Бывший министр финансов Афганистана Ашраф Гани приветствует объявленные независимой избирательной комиссией предварительные результаты президентских выборов, которые говорят о его победе. Несмотря на поддержку значительной части населения, Гани не стремится к противостоянию. Он положительно отреагировал на призывы его соперника Абдуллы Абдуллы провести пересчет голосов в ряде избирательных участков. Мы обратились к комиссиям по обработке бюллетеней, в первую очередь на тех участках, где было больше всего жалоб, и пересчитать голоса всего на 7100 участках. Это 3 миллиона бюллетеней, поданных за обоих кандидатов по всей стране. В то же время экс-глава афганского МИДа Абдулла ранее объявил себя победителем второго тура выборов главы государства, не признав предварительных результатов голосования. Несмотря на уже начавшийся процесс пересчета бюллетеней, Абдулла ждать не намерен и обвиняет власть в фальсификациях. «Мы ответственны перед вами», — заявил он, выступая перед своими сторонниками. «Я заверяю вас, я готов принести себя в жертву, но не принять жульническое правительство». Но накаляющиеся страсти хоронят надежду на плавную передачу власти и грозят стране новым противостоянием племен, которое привело к кровопролитному конфликту в 90-х годах. Ряд европейских политиков уже призвал афганских лидеров к сотрудничеству.